Сбербанка на то, чтобы занять вторую строчку в своем дивизионе Снипер ТРС, становится все меньше. Ну, если одержать сейчас победу и выигрывать в заключительном матче, то тогда придется все равно надеяться на то, что РТРС не наберет очков. Далее стоят РТРС в встрече с Тинькофф и с HSBC. Ну, в принципе, есть основание полагать, что там без набранных баллов РТРС может пройти. Эти команды уже встречались в этом сезоне, тогда 2-1. Сбербанк страхование одержал победу. Ну, 2-1, что-то такое пограничное. Это что, мы постараемся зацепиться как минимум за ничью. Добивание здесь вратарь успел руки поднять. Еще это аплодисменты, при том аплодировали, по-моему, и сберовцы, и игроки РТРС. Здесь с таким добиванием не справился бы ни один вратарь на свете. Так что все-таки выходит Сбербанк, страхование вперед. 1-0. РТРС можно в степени сегодня оправдать, они сегодня играли без тренера. Так что подсказок нет, чему научились, тем и будут играть. Напоминал сцену из Рокки, когда два боксера одновременно упали. Здесь случилось что-то похожее, правда, не было таких мощных ударов, да и вообще ударов не было. Просто каким-то образом ноги сплелись. Два снизу в центральном стиле. И вернуться, и вот на такую атаку. Не получилось. Сейчас вот сейчас линии нужно повторить. Но на этот раз беровцы это сделают и... По свисту! Получается, у сберовцев сделать лучше. Никаких проблем не возникло. Отличный гол! Геометрически прикольно получился. 11-0. Ну куда? На поле. Сначала должен выйти игрок, а потом вы заходите. По ноль комфортным преимуществом для Сбербанка страхования, но мы помним, что это опасных атак у РТРС, и сейчас, например, мы выходим! Еще один опасный рикошет. Игроков! Плотно, плотно держим!
все чаще вратарь подходить к центральному кругу. Может быть, выпустит они во время полевого игрока. Браво! Молодца! Две с половиной минуты до перерыва, и ЦСКА было бы очень неплохо сократить отставание до того, как команды поменяются сторонами площадки, здесь заигрался, по-моему, футболист. Один раз вратаря обыграл, но решил пойти на второй круг. Только мяч РФ, сразу минимум 4 игрока рвутся за центральную линию. Вот сейчас все синие на одном фланге скопились, все четверки. То, видимо, время, отведенное на вот мяча с линии, истекло. Только чудом сейчас прошла передача. Последняя минута первого тайма. Время остается ровно на атаку. Или на контратаку. Здесь все зависит от этот момент. 3-0. И заканчивается первый тайм. Более чем комфортное преимущество Сбера. Но все-таки во втором тайме наверняка РТРС поборется. Второй тайм. Встреча РТРС и Сбербанк страхования. 3-0 после первых 10 минут. Но надо отметить, что у РТРС были опасные моменты. Защитник очень четко сработал. В последнюю секунду, от доли секунды, снял мяч с ноги бьющего. Здесь, здесь.
Сбербанк может таким образом продать мяч, но точнее, конечно, должна быть передача. Сбербанку нужно еще сэкономить силы на игру против HSBC. Досадные потери ФТРС. Некому делать передачу под лестницу по интенсивнее небо. Остается Сбербанк играть на удержание счета и чуть не подвело это сейчас. Сейчас руководит построением защитников. Но все равно оставили ни одного игрока РТРС открытым. 6 небольшим минут играть, так что у РТРС есть по 2 минуты на один гол. На каждый из трех возможностей. Поддержал сейчас защитников РТРС. Примечательно, что каждый удачный момент футболисты Сбера встречают аплодисментами со скамейки. Так что вот хоть какая-то группа поддержки у них есть. Гол становится все более открытым. Выход хороший получился, удар, ну, немного не точно. А вот нужно водить, если кого попал. В такой игре все больше шансов становится. Тайм-аут у нас за 4 минуты 26 секунд до свистка. Да, хорошо. Крейсер «Аврора», да. И мы
Тайм-аут брал Сбербанк, но, по-моему, пошел он на пользу ТРС. Очередной момент сократить отставание. Здесь нарушение. Желтая карточка. Свалившему. Разное снова опасно получилось. А ты сейчас будешь после этого? 12 минут. Сейчас главным соперником РТРС становится время. Один сзади, двое сзади. Потому что когда было 6 минут до конца, и мы считали, что по 2 минуты на каждый забитый мяч. В принципе, достаточно, то есть сейчас остается уже по минуте. Снова спасение вратаря. Сбербанк очень мало движений впереди, поэтому просто некому делать передачу от своей штрафной. Отсюда и потери. Тайм, надо сказать, полностью остается за РТРС. Единственное, чего не хватило, это реализация. Очередной момент. Если бы РТРС хотя бы четверть момента удалось реализовать, то в счете они бы уже вели. Последняя чистая минута. Сейчас численное преимущество в атаке у Сбера. Удар поворотом. Вариантов развития событий здесь было очень много. Поставь пустого, забьют и все.
последние секунды. Обидно пропускает Герван страхование. И не удается им сохранить счет более-менее приличным. 4-0 уже разгром. И таким образом Сбербанк сокращает отставание от РТРС, и если свою заключительную встречу выиграет, то может на второй строчке турнирной таблицы остаться. Даже сейчас не удается разобить гол престижа. 4-0 итоговый счет.